Попкап представляет. Такс, ага. Провожает, ну, я так понимаю, наверное, внучку в школу. Да-да, друзья мои, вы не ошиблись, это «Растение против зомби», третья часть. Тако. Угу. Ему захотелось поспать. Ну, правильно. Они его спать, а сами нападать. Ну что же, у нас, друзья мои, «Растение против зомби». Добро пожаловать в Замбурбию. 3 месяца спустя. Что тут просит у меня? Нет Wi-Fi коннекшена? Вау! Весна! Эй, дядя Дэйв! Я не могу поверить. Где наши друзья? Короче, ладно, ребят, не буду тут извращаться. Вон наши друзья. Дядя Дэйв, у тебя дома такой беспорядок. Смотри-ка. Что-то счастливый. Ладно, не буду, ребят. В мозге. Так. Плей. Знаешь, что мне нравится, ребята? В отличие от того, что они когда, помнишь, «Растение против зомби 3» делали, там была не полноэкранная игра. Там... А тут, о, тут шикарно. Так, дом Дэйва. Это мы знаем. Подбираем солнышки. Все как обычно, да. Это мы тоже знаем, да, я выставляю. Ну, я выставляю под солнышек. А, сюда надо. Так, горохострел. Его сюда, я уже понял. Горохострел, как самый этот. Ну, тут только одна лужайка, я так понимаю, это как обучалка идет. Нифига себе, блин, тут, ребят, что-то я вам скажу. А, вот как. Блин, значит, я поспешил. Я поспешил, друзья мои, я высадил... Твою налево. Ладно, посмотрим. А музычка старая осталась, старая. Немножко переделана, но старенькая. Нотки узнаю. А, вопрос, а почему горохострел ведут себя так странно? Финальная волна. Давай, 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 подсолнухи мне. В дребезги. Давай, горохострел. Бамбуча. Тыч. Только голова, как говорится, отлетает. Но мне нравится. Вот в широком экране мне нравится, ребята. А вот когда она была раньше в узком экране, как-то такой себе, да? Ну, как ты понимаешь, мы с тобой... Тут нам дают монеты. 35 монет плюс один какой-то билетик. А что за билетик? Какой-то подозрительный билетик. Может быть, для покупки растений. Такой же может быть. Только не надо сейчас вот долго грузиться. Так, о, мы нашли с тобой Тако билет. Надо этот билетик отнести дядю Дэйву, говорит. Так. Ага. Зомби постоянно возвращается из Нетбурвиля. Так. Дядя Дэйв обновил День опасности. Нейборвиль, Нейборвиль, Нейборвиль. Ну давай вот это вот. А, вот такой хочу. Хм. Ну что, мы с тобой обновили. Так, может быть, зомби не будут все-таки нападать на наш дом?
Ты хочешь сказать, что дядя Дэйв 3 месяца проспал? Хм. А дверь заперта, да? Насколько я понимаю. Так, что там такое? Что, что? Что произошло? Ну, new task. Ага, в этот раз нам, друзья мои, доступен будет кто? Конечно же. Конечно же, наш орешек. Ну, тут понятно, что... Газонокосилка всех, ребята, пошинковала. Рэди? Конечно, рэди. Конечно же, я готов, ребят. Тут можно еще ускориться, как мы видим. Так, сюда поставим. Слушай, мне не нравится такой расклад. Давай, на руки, все. Надо узнать все-таки, для чего, ребята, здесь нужны монеты. И билет тако. То есть монеты и билет тако. В той версии, в старой, мы с тобой за билеты, по-моему, покупали растения все-таки. Ага. Мы нашли с тобой еще один билетик тако. Так, посмотрим. Ну, я понял, что мы его кликаем. Under alert. Under alert. Вижу угрозу, да? Вижу угрозу. Эй, подожди. Нет, ты не похожа на угрозу. Ну-ка, говори-ка мне пароль. Я не знаю пароли. Короче, тут какие-то недопонимания у них произошли. Ну, орех. И что? А что, а что поменялось-то? Орех. Ну, типа, я понял, что... Так, а зомби пошел снизу. Зомби пошел снизу. Орех, благо, у нас стоит всего лишь, ребята, 2 солнца. Так, подожди, финальная волна. А чё, подожди, а почему? А что так быстро? Блин, вот тут мне не нравится. Блин, мне не нравится, ребята, они сейчас... Орешек бедный мой схомячат. А-тя-тя-тя-тя! А, он автоматически перемещается? Но он не возьмет нас. Он нас не возьмет, ребят. Мы здесь поставили преграду и победили. 35 монет. 35 монет, опять один билет. Уже, мы уже накопили 1000 монет, ребят. Куда-то их... Насколько понимаю, еще до сих пор идет обучение. Так что пока не переживаем по этому поводу. Так, тут еще, еще догрузка какая-то идет, прикинь.
Так, они хотели... Вы хотите сказать, что дядю Дэйва похитили, что ли? А, это он уже... Вон он лежит, ребят. Wake up. О! Ты смотри-ка, у нас бамбуковая палочка появилась. Ну, как его, бамбук. Палочка бамбуковая. Помню его, он бомбит очень хорошо. Так, опа, зарядил. На! А что так слабенько? Я думал, будет намного сильнее урон. О! Какая же у тебя долгая перезарядка, мужик. Ну, это не серьезно. Да. Мне это не нравится. Тут вроде бы хорошо, но тут три зомби, ребята. Давай, влупляй. А нам надо будет орех с тобой ставить как можно быстрее. И... Вот так вот. Есть. Вот два ствола, ребята. Два ствола мы с тобой расписали их. Прекрасно. Прекрасно. Отличная работа, нас похвалили, и мы двигаемся дальше. Дядя Дэйва-то мы разбудим или что? Я билетик взял именно для того, чтобы, по-моему, его разбудить. Насколько я понимаю, я именно за этим туда отправлялся. Но... Эть! А ему пофиг, ребят. Так, нам нужен какой-то шуруповерт на этот раз. Ну, как ты понимаешь... Подожди, погоди, а почему не дали подсолнушков? Почему подсолнышков мне не дали, а? Я, наверное, пока подкоплю солнышек. Такс. Давай так сделаем. Этот бомбит, конечно, не так быстро, ребят, но урон наносит колоссальный. Согласись. Хорош. Все. Ну что, я так понимаю, сейчас мы с тобой заберем шуруповерт этот. И над дядюшкой Дэйвом просверлим. Что это сейчас влетит, он проснется, может быть. А что ему зомби подсунули-то такого, а? Ну, в таку я имею в виду. Какой-то снотворный. О, реворд, друзья мои. 100 монет. Плюс что-то бесконечное. Бесконечное время чего? Я вижу, вижу. Такс.
Следующий день. Ну вот, мы берем с тобой. Вот такой мне нравится. Громкоговоритель. Хунк. Айскрим. Тайм. Ну ведь Монт, это 3 месяца, ребята. Прошло 3 месяца. Чабл-бамга. Как это могло произойти? Ну вот так вот. Так, друзья мои, нам дается клюс какой-то. Что за... Или что тут еще бусты будут? Хм, интересно, интересно. Что еще там за бусты у нас будут со временем? О, смотри как. О, уже пошли, ребята, каленые зомби. Ну, 3 горхострела, это топ. Так, готов? Готов. Я так и понял. То есть тонкий намек на толстые обстоятельства, да? Что... О, не, ну там, в принципе, 3 горохострела. Нормально там. Вырубят. Вырубят, в принципе, любого. Надеюсь. Да, только кверху ноги, ребята, закидывают. Так, финальная волна. Блин, вот этот вот, который идет с флагом, он же, ребята, скорости придает, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Друзья, проблема у нас. У меня, точнее. Успел. Ух. Успел отгородиться от этих хламонов, ребятушки, я. Так что все топ. Есть. Наказали. Угу. Ну тут 49 монет плюс 1 билет тако. Что нам там надо было? Кляйншмайн. Форгенштейн. В общем, что-то мы получили. Клюс какой-то. Дэйв просто обдолбан. Сумасшедший Дэйв. Ага. Зомби вернулись. Mission accomplished. The fog cover reach 99%. Захват, да? Я думал, что мы не увидим здесь зомбота. Доктор этот как его звать-то? Короче, ты понял. Профессор Зомбот. Let's go. Единственное, почему не понимаю, почему только я могу 3 на выбор брать. 3 растения. Это грохострел. Ну давай сюда. Блин, какая-то не очень удобная у нас. Как это назвать-то? Позиция, что ли? Прям вообще неудобно. И 2 волны еще будет. Пошел где. Пошел пониже тропинки, дорожки. О, щит.
Не знаю, надо мне... Мне нужен орех. Ай-яй-яй. Блин, орех мне нужен. Вот здесь вот. Ой! Наконец, я думал, мы его не подобьем. Блин, а вот это плохо, ребята, что у меня этого слопали. Очень плохо. Фух, ну вроде бы держимся, ребятушки. Вроде бы держимся. Ну. Ай! Он пробил, ребят. Есть. Откопытился. Ну и прекрасно. Ну и прекрасненько. Так, сейчас посмотрим, что мы там с тобой. Это мы, я так понимаю, мы проходим уровни и улучшаем нашу территорию, которая до этого была непонятно во что сделана. Так. Ага. Тренировочная, да? Ну, вот, типа, тренировочную поставили для наших растений, чтобы они могли тут потренироваться, так скажем. У нас прогресс 7 из 8. Ну, а, нет, вот, ребята, открылась ячейка. Открылась ячейка. Я думал, блин, только 3 может быть. Нет, 4 уже. О, и виноградинка здесь. Вот это да, вот это топ. Вот это был топчик, друзья мои. Виноградинка сейчас, конечно, задала джазу. Вот у нее энергия копится, у виноградинки, как мы видим. Такс. Я, наверное, ребят, пока подсолнухи тут повысаживаю. А, ты не умираешь сразу, оказывается. Упс. Успею ли я? А, он автоматически. Я не нажимал, ребят, он автоматом сам вышел. У него накопилась энергия, он вышел и начал бомбить по ним. Вот оно что, да? Ну, тут тоже прошли. Ну что ты там, однорукий хлыщ? Готов. Изи. Прекрасно. А вот это что такое? О! Ты видел, что внизу там, ребята, сейчас появилась у нас панель? Какая-то палка, которая бомбит зомбарятинам головы. Я не знаю. Но? О! Так, давай как... О, мне вот такое нравится. На полянке они, я не знаю, что это такое. А-а-а, хороший лимонадик. Как же он хорошо освежает мой мозг.
Доктор... А, Замбос, ёпрст, ребят. Доктор Замбос, ну как можно было его забыть? Так вот. Этот недовольный. Доктор Замбот что-то психует. Эврика! Я придумал летающую... Фогмау... Летающую машину какую-то. День первый прожили. О, да. Ланчбокс. Я обожаю, ребят, такие ланчбоксы. Так. Что же это такое? Я выделил, друзья мои, вот эту штуку. Сейчас мы и посмотрим, что. Мне кажется, это как-то... Рейк-трап. А, это ловушка, господи. Это же ловушка, да, ребята, но... То есть... Она его убивает сразу же? Ну да, по идее, сразу должна голова отлететь. Сейчас мы и посмотрим. Нет, подожди, давай посмотрим вначале, куда она пойдет. Все-таки придется здесь ставить. Изи. То есть ловушка работает, ребята. Ловушка работает на 100%. Блин. Так, наверное, сделать надо. Дело в том, что надежда вся вот на это, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут придется так делать. Ай, красота. Виноградинка, ты просто чудо. Ты просто чудо из чудес. Ты очень меня выручила сейчас. Очень выручила. Давай, наверное, еще раз сюда поставим. А урон получают все, друзья мои, все-таки все. Такс. Ой-ой-ой, мне не нравится вот этот вот. Ну, готов. А вот здесь нужно орех, наверное, ребят, ставить. Скорее всего, орех нам придется здесь влепить. То есть подсолнух я убрать не могу, да? Фига себе, зомби. О, виноградинка подключилась. Шикарно. Победили? Победили. Ну и прекрасненько. Так, ребят, двигаемся дальше. Мне непонятно только две вещи. О, опять какая-то загрузка идет. Что-то да подгружается игра постепенно. То есть она сразу не может, да, выдать тебе. По 5 мегабайт. Первый раз 5 мегабайт, и вот второй раз 5 мегабайт. О, имя. Ну, конечно, никакой Лючи может быть. Какой может быть, ребята, Лючи? Скажи-ка мне на милость. Вот так вот. Сейчас скажешь, такое имя есть? Нет, принял. Так, подожди секундочку. 31 день. The Fog. Что такое The Fog? The Fog что-то блокирует. А, подожди, туман, что ли, я так понимаю? А, зомби-фог. Зомби-туман, господи.
Видишь, он вселяется в этого. Или он всосал его, не пойму. Очистил, короче, ребята, да, от тумана все. Так, что там у нас показывает? А нам нужна... Нам нужна, друзья мои, вот эта... Вот эта штука, которая... Ну, для того, чтобы убраться, короче, грубо говоря. Ой. Лопата. Ну, я понял. Ага, я уже думал, что не будет этого. Нет, есть лопата, друзья мои. Есть лопата. Все у нас будет чики-бомбони. Так, наверное, сюда поставим. Слушай, ну лопата топ. Она сразу убивает, ребята, зомбика. Не знаю, если бы усиленный бы зомби, как на нем бы сказалось. Не могу ничего, ребят, сказать. Ищ, нормально так. Плюхана дали. Первая волна. Ну, не первая волна, я имею в виду первую ускоренную волну, скажем так. Блин, виноградинка, ты как-то долго. В те разы, по-моему, ты как-то быстрее реагировала. Я не могу понять, у нас до сих пор обучение идет или что? Хорош. Такой арт-обстрел такой. Давай, 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 давай. А, вот он, финальная волна. Опа. Вот тут вот что-то жестко. Всем хана. Три тростника просто ушатают. Согласись. Иди хыкай. Хыкай в туалете. Хыкает он мне. Оп. Видел там? Да и свою ручонку со своей, с этими золотыми монетками. Нет, ну я понимаю, ребята, что мы монеты купим. Вы дадите мне возможность эти монетки потратить? Или мне, мы будем сейчас уберем территорию, потом поставим какой-нибудь прилавочек с семенами, да, или что? С цветами. Так, сейчас они будут прибираться. Так, прибрались. Энергобудка какая-то. Мэнвилл. Зомбос все со своими дурацкими планами какими-то. Чего нам надо там? Что нам надо... Сделать анализ какой-то? Проанализировать? Зачем? Чего? Ну ладно, хорошо. Ага, а вот это опасное местечко, ребята. Тут земелька-то вырыта.
Земелька-то вырыта здесь. За неимением чего-то другого пришлось ребята поставить мне нашего здесь грохострела. Долго ты, долго его, конечно, мучаешь. Интересно, успеем ли мы? Мне нравится физиономия вот того корича, которого он держит. Прекрасно. Сейчас волна, ребята, первая пойдет. И это будет плохо. Ну? Подожди. Так, наверное, сделать придется. Твою налево. Ребята, сожрали они. Вся надежда... На что надежда-то? Да это туфта. По-моему, я тут проиграл, ребят. Офигеть, они... Да, я тут проиграл, ребят. И как переиграть? Give up. Сейчас переиграю, ребят. Ну тут что-то как-то швабру, наверное, надо было брать. Наверное, надо было брать швабру. Ой, швабру. Ну ты понял. То есть абсолютно ничего не могу сделать. Ладно, беру швабру. Блин, швабру. Грабли. А что ты ее сюда позвал? Может, я не сюда хотел ее, блин. Ну. Не было другого пока варианта, ребятушки. Черт подери. Черт побери. Виноградина.
Ну! Прикинь, сожрал. Ну, тут что-то как-то лютенькое. Давай, наверное, сюда поставлю. Надеюсь, орех выдержит. Ауч. Ну! Пипец. Я не смог там ничего сделать. Ну, сейчас его бомбанет. Ладно, ребят, главное, прошли мы этот уровень. Все, 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 все. Да, чуть-чуть не хватило. Я, ну, понимаешь, в первой, второй части их можно было прокачивать, усиливать. Тут пока такого у меня нету. О! Морозный перчик, друзья мои. Морозный перчик. Да-да, тот самый морозный перчик, который замораживает зомби. Замбурбия. Так, ну что мы там приобретаем? Так, вы давайте там свои анализы делать. Они должны вскрыть ее. Так. Хай-теч. The pack. У него какая-то идея, да, возникла по поводу нашего вот этого. А, он... Он вышел из-под контроля, ребята. Починка. Так, мы с тобой сейчас идем за починкой. То есть у нас не будет защиты, получается, что ли, так? А, вот как. Он весь ряд замораживает. Слушай, ну это, ребят, шикарно. Слушай, они довольно приличное количество времени, ребят, в заморозке находятся. Ого. Такой был уровень, как сказать, изичный. Зачем я только потратил двух, я не знаю. Я думал, что там еще будет волна. Перестраховаться решил вдруг. Но, видишь, не надо было перестраховываться. Все и так было шик. Ну-ка. Что мы сделаем? Перекрасим, что ли? Так вот хочу. Так, теперь нам не нравится гараж. Это что такое? Такс. Аудио. Так, угу. Версия. То есть, я надеюсь, у нас аккаунт сохранился, да? Надеюсь. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, на сегодня закончим эту серию. Если вам игра понравилась, пишите мне в комментариях. И, возможно, следующая серия будет не за горами. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.